10 часов 16 минут в Москве. Друзья, доброе утро еще раз. Телерадиоканал «Страна ФМ». Юлий Горов здесь. Влад Кутузов. И вы можете спросить, куда мы пропали. Нет, мы никуда не пропали. Дело в том, что у нас важное дело происходит. У нас активный чек прямо сейчас здесь в студии. Да, дело в том, что мы это утро встречаем вместе с коллективом «Свобода». У нас уже в гостях готовится презентовать свою новую песню Максим Свобода и музыканты Иван Кудинов. Здесь Роман Алабердин. У нас просто студия превратилась в какое-то, наверное, да, рокерское пространство. Но у нас вроде такой мини-концертный зал сегодня. Да. Будет, в рамках утра на телерадиоканале «Страна ФМ». Друзья, кстати, если у вас к Максу будут вопросы, прямо сейчас, пока у нас есть некоторое количество времени, подготовка, чек и так далее, плюс 7-909-928-189-9, пишите, пожалуйста, это WhatsApp, Viber, SMS-сообщение, да, ну что, скоро продолжим. Скоро, продолжим. Скоро начнем, да. Стартанем так прям по-рокерски. Это «Страна ФМ», доброе утро всем. Доброе утро, друзья! Случилось, мы выходим в эфир. Это утро мы встречаем с рок-группой «Свобода». У нас сегодня в студии фронтмен, лидер коллектива Макс Свобода, гитарист-басист Иван Кудинов и барабанщик Роман Алабердин. Доброе ребята, утро, ребята! Ребята, доброе утро! Макс, ну сразу первый вопрос. Вот, Юля, с рок-группой, как ты относишься к определению? Я знаю, что многие музыканты говорят, да не надо меня никуда причислять, мы просто играем хорошую музыку. Ты к этому как относишься? Ну, отличное высказывание, мне нравится. Вообще, скорее мы все-таки рок, да? Ребята, да, кивайте головой. Кивайте головой. Юлька, ты не ошиблась, молодца. Рок. Сейчас хорошо началось. Я старалась, я готовилась. У меня вопрос к вам. Знаете почему? Я за вами наблюдала, пока вы чекались. Мне показалось, что вы сегодня поздно или, наоборот, слишком рано легли спать. Что ты смеешься? На самом деле нет. Мы готовились к этому сегодня раннему выходу, поэтому мы легли спать нормально, часа в 3 ночи. Это рано. Это еще рано. Как обычно происходит, Макс? Последнее время, учитывая то, что записываются синглы, я напомню, что мы будем через несколько минут презентовать твою новую песню, мы здесь не зря. Обычно что? А, да, мы будем презентовать песню, мы про это говорим, про что мы говорим? Мы про песню потом поговорим. Мне просто интересно, как выглядит ваш распорядок дня. Вот, даже не дня, наверное, ночи. Во сколько вы ложитесь спать, во сколько вы просыпаетесь? Да вот сейчас просто с этими рассветами ранними уже непонятно, если честно, который час. Оно то в 2 светлее, то в 4. Слишком светло вот тебе в Москве. Вот это утро ваше. Московское. Слушай, ну мы ваше вот это тоже не очень понимаем. Для тех, кто не знает, просто до эфира говорили, и Макс говорит, что вот опять жара, асфальт плавится, жарко, не хочу дождей, хочу тумана. Ну, добро пожаловать в Лондон. В Питере, кстати, сегодня плюс 28. Ну, чтобы ты понимал. Ну, подожди, а во Владивостоке, в твоем родном городе, как вам погода? Там сейчас прекрасная погода. Да, ты же недавно был, вот буквально в начале июля. Ну, где-то был, да. Вот и минус, ой, плюс, какой минус? Минус, плюс 13 сейчас где-то, или плюс 15. Туманы и тайфун пришел сейчас во Владивостоке. А что такое тайфун во Владивостоке? Ну, тайфун — это такая большая штука, если из космоса смотреть на страну. А вихрь. FM, а вихрь вот, как большой. Вот это тайфун, большой такой вихрь. А, вот то, что у нас, да, эмблема страны. Да, от этого ветер и дождь. Вот это комфортная погода для рокера, чтобы сочинялось, писалось. Класс, 2 класса показывает Максим Свобода. Вот то, что нужно тебе, да, для вдохновения. Слушайте, друзья, ну у нас впереди огромное количество, ну как минимум 3 песни в живом исполнении. «Живаго», «Здесь утром» все это будет. Максим Свобода, группа «Свобода». Давайте мы сейчас прервемся. У нас чуть-чуть реклама, прям совсем немножечко. А потом и прям мы к вам вернемся и рок. Начнем зажигать уже. Поехали. Держали слово, говорили, что будет недолгий перерыв. Обещали, он и был недолгий, да, буквально 40 секунд. А если вы только что к нам присоединились, то мы хотим вам сообщить радостно, что это утро мы встречаемся с рокерами. Группа «Свобода» у нас сегодня. Вот пританцовывает, сидя на стульчике, фронтмен коллектива Макс Свобода. У тебя, по-моему, прекрасное настроение. Вот я заметила. Так... У меня отличное, да. Все. Он забрал свое. Это про жару назад. Про жару, да. Все уже. Кондиционированное помещение, все хорошо. Слушайте, ребят, ну давайте начнем наконец-таки уже нашу концертную программу сегодняшнюю. Что нам нужно уже петь. Давайте прямо сейчас главное это нам, сделаем. Как будто мы с Кутузом Макс, тоже будем. Пару слов о том, что это будет за песня, как она называется, и поехали. Ну, это специальная песня для утренней Москвы. Ну, типа, чтобы все проснулись. Бодренькими, да? Называется «Засыпай». И грустное лицо такое. Давайте прямо сейчас, Максим, «Свобода», группа «Свобода», песня «Засыпай» в эфире телерадиоканал «Страна ФМ». Поехали! One, two, one, two, three, four. Завтра начнется новый день. Ты проведешь его.
спасешь его один. Завтра забудут про меня все. Не мешай, не перебивай, засыпай, засыпай. Зависай, скоро будет май. Тебе страшно, то засыпай. Когда тебе страшно, то засыпай. Когда тебе страшно, то засыпай. Засыпай. Не мешай, не перебивай. Засыпай, засыпай. Друзья, это тот редкий случай, когда все просыпаются под песню, которая называется «Засыпай». Спасибо, браво, команда «Свобода», Макс «Свобода». Максим «Свобода» у нас сегодня в гостях. Наконец-то, Макс, я увидела это вживую, потому что я слышала о том, что когда вы выступаете, ну вот это вот об этой энергетике, ну, на самом деле, когда вы рядом находитесь в 5 метрах вот от нас, это мега круто, прям вообще очень клево. Смотрите, половина лета прошла. Давай итоги подведем вот сейчас вот этой вот половинки. Вот давай топ-3 события, которые тебя этим летом впечатлили. Что запомнилось тебе вот прям самого классного? Вообще абсолютно разные. Музыкальные, другие какие-то вообще не важно. Я покупался. Где? Покупался в Владивостоке, в Японском море. Вот. Оно холодное? Сколько там температура воды? Ну, такое же, как и воздуха примерно. Так же, плюс-минус 13. Ну, нормально, хорошо, такое. Взбодрился. Не, ну ты, наверное, с детства уже такой же, да? Да не, ну правда холодно, никто там не закаленный. Очень холодная вода. Но все купаются, а что делать? Вот, это вот одно событие. А еще, я не знаю, есть пацаны что-нибудь? Пацаны, подсказывайте Максу, что у вас тоже было? Екатеринбург. Вот Рома говорит, запомнился ему Екатеринбург, как мы ездили там на фестиваль. Там же был Урал. Да, Урал Мюзик Найт очень крутой, кстати, фестиваль. Весь город, прикиньте, вот прям весь город приезжает в центр и тусуется всю ночь. Там у них сцен очень много, штук 20 сцен. Очень много музыкантов. Такое крутое событие. Уважуха городу. Ага. Ну, давай, Вань, третье, что тебе запомнилось? Что? Ну, как это? Ваня говорит, я пока не могу вспомнить. Я сплю, не трогайте меня. Ну, короче, в Ашане скидки неплохие были этим летом. Зачем? Вполне все события. Из каких-то больших концертов никуда вы не ходили? Ты, Макс, не ходил никуда? Нет, ну вы же участвовали в огромном количестве фестивалей, кроме уральского, да? Мы видели участок. Да, короче говоря, нет, мы ни на кого не ходили, потому что почему-то затупили. Надо ходить побольше, столько приезжает музыкантов. Мьюз приезжали, да? Металлика вчера выступала, пела Цоя. Да, Влад просто все утро сетует, что он не побывал на вчерашнем концерте. Вот, ну прям расстроен сильно. Ты видел это выступление? Нет, ну, я просто смотрел Инстаграм, там, что они Цоя поют, все. Ага, спокойно, да, вот без вот этого? Ну, это, конечно, наш косяк, да, недоработка, что мы никуда не ходим. А куда, давайте так, ладно, на концерты вы не ходите, а как вы развлекаетесь помимо купания в Японском море? Да мы как-то, у нас такая жизнь вся развлекательная, знаешь, нам особо не надо как-то разделять развлечения с работой. Ага, но я видела у тебя вот в Инстаграм один из твоих последних постов, пишешь «Хочу на море». Я думала, речь идет, знаешь, о жарком юге, а сегодня мы выяснили, что жара-то... Никакого вот этого морского моря. А вот этого, вот этих понтов, этого вообще не нужно? Никаких боли, да. Никаких боли. Угу. Это не для нас. Норвегия, нам нравится сурово. Вот, Норвегия. Наверное, круто в Норвегии. Не были? Не. Почему нет, сказал, знаешь, как бы, да не очень хочется вообще. Что там делать? Не хочется. Такой нормальный дзен у вас. Я к чему веду вот эти события? Я думала, вы сейчас, знаете, скажете, ну, конечно же, мы же записали сингл, крутецкую песню, там сейчас клип на нее сняли и презентовали, и сегодня будем премьерить в эфире «Страна FM». А мы здесь не зря. Мы должны были это сказать, но сказала, видишь, все ты за нас. Слушай, а давайте прямо сейчас запремьерим песню уже, тем более, что необходимо это сделать. Крепостные музыканты, вы нам...
командуете, а мы исполняем. Слушай, вот это для нас вообще такая удобная вещь, на самом деле. А для меня, как для женщины, Макс, вообще очень мне нравится это. Итак, пожалуйста, просим коллектив «Свобода» вооружиться инструментами музыкальными. Да, Макс, давайте, мы услышим песню, а потом, когда вы споете, мы уже и обсудим, поговорим о ней. Там такая жесткая философия скрывается, я хочу все понять, потому что я, судя по твоему инстаграму, ничего не поняла. Да я сам не понимаю, что Ну давайте прямо сейчас премьера здесь на телерадиоканале «Страна ФМ». Максим «Свобода» и песня «Мы здесь не зря». Поехали. Поехали. Все равно не умею я. Хотим друг друга любить, но не хватает немного дождя. Все неизбежно бежит к концу. Лови момент и беги домой. Моя рука над твоей головой. Мы любим и живем под водой. Мы здесь не зря смотрим в моря. Мы здесь не зря смотрим в моря и ждем. Доброе утро, страна FM. Всем хорошего настроения. Для вас играет группа «Свобода» из города Владивосток. Вы здесь не зря. Все неизбежно бежит к концу. Лови момент и беги домой. Yeah.
Максим Свобода и премьера песни «Мы здесь не зря». Ребят, кстати, с премьером песни вас хотим поздравить, конечно же. Спасибо. Макс, ну и вот эта история, о которой мы начали говорить, вот Юлька начала говорить по поводу вот этого вот странного, как она говорит, перформанса в Инстаграме, когда ты выкладывал фрагменты клипов. Вчера это все завершилось, насколько я понимаю, да, уже? И клип как бы частично... Рассказываю. Да, вот расскажи подробнее, потому что не всем понятно. Ну, там ничего такого особенного, просто ты, значит, берешь и выкладываешь не один пост в Инстаграм, а 9 или 16, и они в итоге складываются у тебя в какую-то общую картину. Меня просто прикалывает, я где-то это подсмотрел у кого-то и давным-давно еще, это не я придумал, это не особо оригинальная идея, но как подход к, как это, презентации материала, мне кажется, довольно... интересный. А тексты вот эти, тексты эти мудреные поставили? Я просто на балконе сидел и писал. То есть вот эти вот слова я сейчас зачитаю, буквально пару предложений. Марс, застеленный облаками, остался позади. Дозаправку произвели быстро и аккуратно. Два топливных модуля уже ждали нас на транзитной орбите. И так далее. То есть это просто на балкончике ты сидел? Ну, такая история просто, ничего в ней. А корабль Ной? Она добавляет этой космической атмосферы. К этой обложке. К этой обложке. Расскажи мне, какая атмосфера царила 17 июля, когда ты делал, вы делали некую секретную презентацию этой песни для 10 счастливчиков. Дело в том, что вы проанонсировали в Инстаграме это мероприятие, вот ты писал, что 10 человек получат координаты, время секретного мероприятия. А чем все закончилось, непонятно, потому что... Больше секретное. Все правильно, секретом. Не, ну теперь ты уже нет. Теперь ты уже на стороне ФМ, поэтому рассказывай, что где это было. Короче говоря, оказывается, мы выступали в метро. Мы сами толком не знаем. Мы сегодня, что так поздно приехали, потому что нам с утра позвонили, сказали, надо ехать, мы поехали. Ага. Вот так и тогда было с этим секретным, нам же тоже никто не сказал, где находится. Потом вот мы проезжали мимо станции Курская, там, и Сёма пришел, сказал, пацаны, здесь вот надо выступать. Здесь остановка. Да. А вы, в принципе, такие, легкие на подъем, да, вам сказали, вот здесь сегодня выступаем. Мы же говорим, мы крепостные прям. Кто были эти 10 человек? Какие 10? Ну, 10 из наших подписчиков, они узнали, куда идти вовремя. А так-то там было... Они же, как только получили место, они все друг другу рассказали, поэтому, я думаю, все, кто захотел, все пришли. Короче, на Курской вы реально выступали, да? Да. И презентовали... Прикольно, кстати. Прикольно. В метро ты играешь часов, сколько, в 7, в 8, в 9 играли, да, вечера? Вечера, да? Да. И вот люди себе спокойно с работы домой едут, а это им... мешаешь. Слушай, ну а вот у западных звезд это же такое явление распространенное достаточно. Я видел, как они в метро играли, Юту играли, и другие звезды. Они этого не то, что не стесняются, да. Это вообще это часть культуры. Это очень круто. Нет, круто-круто. Вот мы сегодня на улице будем играть. Вот хотел спросить об этом, продолжая вашу концертную историю. Сегодня же в районе Кузнецкого моста. Да, это просто ваше выступление на улице, как играют уличные музыканты обычно, или да, что это будет? Да, это поддержку уличных музыкантов, да, такой концерт. А подождите, а вы до этого выступали уже на улице? А вот это, по-моему, будет первый раз, да, Вань? Ну, было пару раз, но, в общем, мне это все как-то такое было. Не по-настоящему. Сегодня будет по-настоящему уличное выступление. Ну, даже смотри, можно будет деньги в шапку кидать. Тебе важно? Ты анонсируешь это как-то? Ты приглашаешь своих подписчиков, там, ну, фанатов, да, поклонников, поклонниц и так далее? Или тебе не важно? Просто вы выходите, играете, кто подойдет, тот... Мы просто выйдем играть для людей, и все, да. Угу. А я бы пригласил, просто мы не знаем, во сколько. Я вот и понимаю. Блин, я только сейчас хотел спросить, во сколько я приду. А я сижу и тихонечко так не спрашиваю, около потому что я понимаю, что Макс не в курсе. Вечера. Около пяти. Вечера, естественно. Плюс-минус там часа, час. Ну, ближе к делу, позвонят, скажут, где надо быть. Слушайте, ну давайте переходить к музыкальной части. Ждем от вас еще одну песню, естественно, вот прямо сейчас. И называться она будет «Я не люблю тебя», это же правда. Да? Макс, ты чего на часы смотришь? Ну, смотрю, мы тебя еще не отпускаем никуда, еще надо петь. Ну. Не спеши. До 5 вечера еще далеко. Вот подожди, именно. Подожди, еще здесь не закончили все. Сейчас Макс у нас берет в руки гитару. Надо сказать, не такой простой номер будет сейчас с гитарой. Непростой, в чем непростота его заключается? В гитаре, наличие гитары у меня в руках. Так, сейчас будет Макс с гитарой в руках исполнять Ваня, песню, есть еще медиатор? Которая называется «Я не люблю тебя». Так, медиатор готов, гитара готова. Или «Я тебя не люблю», непонятно как-то. Мы перепутали. Последний вообще в нашей жизни. Это важно, «Я тебя не люблю» или «Я не люблю тебя»? Абсолютно не важно. Просто смысл не меняется. Так, сейчас. Вот это. Абсолютный лайв прямо сейчас в эфире телерадиоканала «Страна FM». По минимуму играть.
Может, тише даже? Да можем по максимуму даже, мне кажется. Время позволяет у нас. Господи, я готовы? Мы готовы, слушайте. И страна тоже готова. Все, я все вспомнил. Все прекрасно, Максим, «Свобода», группа «Свобода». Я не люблю тебя, я не люблю тебя. Еще важный вопрос. Люблю не тебя. Пимпочку. Мне ее наверх или вниз? Кто не понимает, Максим спрашивает о пимпочке, которая расположена на гитаре. Как ее правильно включить, чтобы был правильный звук? Все, решили Иван вопрос. Иван Кудинов консультирует быстро. Роман Алабердин за барабаном. Погнали, Максим, «Свобода». Я ждал снега в декабре. Стоп! Вот видите, так и не получилось. Подожди, поставь паузу. А как я могу петь, если вы мне не дали гармонию? Помнишь? О, крутяк! Вот это настоящий лайф. Ее включает. Ребята, это называется рок-н-ролл. Прямо здесь, вот сегодня утром на телерадиоканале «Страна». Вы сейчас просто свидетели рокерского закулисья. А? Мы в прямом эфире? Конечно! Привет всем! Слушай, а есть шанс, что песня вообще не прозвучит сегодня? Супер. Это самое главное. Можешь мне поиграть, я сыграю? Че там петь? Ну, вот это кайф. О, все, я вспомнил, давай. Прекрасно, поехали, давайте. Дубль два, поехали. Максим, «Свобода». Очень сложная песня. «Я тебя не люблю» называется композиция. Все, Макс настроился, мы готовы. Я ждал снега в декабре, а ты замерзала в тепле. Все, что ты прятала, я забирал себе. Ты была по уши, я просто ждал других. Перебитых голубей стаями полезный псих. Стоп, послушай, наше сердце знает, с кем мы. Кто же им теперь поверит? Я не люблю тебя. Я не люблю, послушай. Наши сердца не успели. Это на двоих качели. Я не люблю тебя. Я не люблю тебя. Считай всего до двух. Стоп, почитай мне немного перед сном, а я проснусь. Слушай, наше сердце знает, с кем мы. Кто же им теперь поверит? Я не люблю тебя. Я не люблю. Послушай, наши сердца не успели. Это на двоих качели. Я не люблю тебя. Я не люблю тебя.
Максим Свобода и песня «Я не люблю тебя». Получилось! Слушай, это случилось действительно. Я думал, как назвать, и мне пришла в голову фраза «Утренний бодрящий психодел». Вообще, вот это крутая песня. Спасибо огромное. А ты обратил внимание, как сами музыканты кайфуют, когда они ее исполняют? Просто энергия здесь целая. Кстати, это отдельная тема, об этом не будем говорить. Макс, хотел спросить, вот песня же твоя, мы здесь не зря. Ну, я не могу не задать тебе вопрос. А для чего мы здесь, по мнению Максима Свободы? Ой, ну ты чего? Ну, конечно, я чего, я того, да. Ну, как будто я знаю. Не, можно второй вопрос задать. Я точно знаю, что не зря, а вот для чего никто не знает. Про цели в жизни только не спрашивай. Окей, да, про план. Ну и про планы творческие, да, отдельная история. Ты просто пел сейчас в этой песне, что «Почитай мне перед сном», тоже задумалась, захотела спросить, что ты сейчас читаешь перед сном? И вообще, читаешь ли? Не, я вот читаю периодически много. А вот последние, наверное, месяца два чего-то ничего нового. Почему? Никто мне не может посоветовать. Посоветуйте мне кто-нибудь какую-нибудь развлекательную беллетристику, пожалуйста. Я вот всякую серьезность не люблю. А что-нибудь интересное? Какой-нибудь женский роман, что-то такое? Ну, можно и женский. Ага. Да. Слушайте, ребят, давайте, у нас еще есть некоторое количество времени. Мы прервемся сейчас. У нас чуть-чуть будет небольшой перерыв, там рекламка. А потом продолжим и уже закончим наш разговор. Ну, окей, скажешь, давайте, да? Это как сделаем, скажешь. Да, поехали. Максим Свобода у нас сегодня в гостях со своими музыкантами. Роман, Иван, все здесь. Вот и перепетировали, как вы сказали. Совместили приятное с полезным. Хотела сейчас Макса по-гламурному объявить, чисто так по-женски. Знаешь, самый красивый блондин-рокер нашей страны. Подсказывает, это не его тема вообще. Я уже, да. Вообще не его тема. Да-да-да, не твоя тема, однако у тебя есть в Инстаграме фото, где ты вот сидишь вот во время процесса своего облондинивания. Ну, просто, чтобы все знали, насколько это тяжело. Сколько часов тебе приходится? 4 часа. Сидишь в этой хреновине, в какой-то шапке железной, как и дровосек. Ты еще говоришь, что это не про тебя, понимаешь, самый красивый, красавчик, блондинчик. По 4 часа он высиживает. Я предлагаю бьюти-блок вырезать потом. Вырезать, да, сейчас срочно вырезать. Все, этого не было, Макс, забыли. А ты знаешь, в Инстаграме же тоже выставил себя 80-летнего, поддался вот этому флешмобу. Нет, ты знаешь, что это все за мной повторили. А, то есть мы все начали с тебя. Ты стартанул, получается. Да, мы я подхватили. Полгода назад это выложил уже. Вот, кстати, смотри, о чем хотел узнать. Ты себя, ну вот если вдруг ты себя представляешь, лет там в 75 примерно. Да, представляю. Ты себя представляешь где? На берегу океана, где плюс 13, где-нибудь на Дальнем Востоке? Или ты вот, я не знаю, как Мик Джаггер, да? Как, я не знаю, как Стивен Тайлер. А что с ним? Нет, с ним все хорошо, слава богу. Все хорошо. То есть ты представляешь себя на сцене? Ну смотри, старенький Макс, старенький Ванька. Не, уж точно никакой сцены в это время вот чего. Почему? Ну, это очень тяжело и нудно. А ты сейчас не одно видел, и то же, как на тебя твои музыканты посмотрели. Одно и то же, одно и то же, каждый раз. Здесь нельзя 75 раз действительно выпускать эту песню. Не-не-не, сцена должна быть вот чуть-чуть в жизни человека. В самый пик, а потом отдыхай. Слушай, ну у нас существует много количества музыкантов, не будем называть имена, все вы их прекрасно знаете, которые последний тур, давайте к зарубежным, они не обидятся. Группу Scorpions, например, которая уже лет 15 катает по России прощальный тур и никак не успокоится, да? И таких групп очень много на самом деле. Ну, в общем, я надеюсь, что эта история будет не про нас. Ну а как это? А когда группа «Свобода» станет легендой, и мир будет требовать еще, еще, еще? Ну тогда придется кому-то умереть уже в этот... Обычно так группа заканчивает, да? Фронтмен умирает и все. Не, погоди, тебе сейчас сколько, 28 лет, Максим? Да. Слушай, ты уже клуб 27 уже. У тебя, да, все прошло, у тебя лет 100 еще впереди. Тогда смотри, отсюда вытекает логичный вопрос. Если не музыка, то что? Вот через какое-то количество времени... Нет, музыка всегда, все, в любом случае всегда музыка, но просто у нее же очень много граней, можно там продюсировать, писать саундтреки, не обязательно. Можно сидеть в студии, но не выступать, конечно. Да, не давать концерты и так далее. Угу. Слушайте, у нас время-то заканчивается, к сожалению. Но мы успели спеть. У вас всегда так быстро. Потому что приятно. А вот это были хорошие. Потому что люди хорошие. Это вот взаимно. Спасибо. Максим Свобода был у нас сегодня в гостях, а также мы музыканты. Гитарист, басист Иван Кудинов, барабанщик Роман Алабердин. Ребята, спасибо за этот рок-н-ролл в эфире телерадиоканала «Страна FM». Сегодня встречаемся на Кузнецком мосту. Около Кстати, 5 где-то. Кузнецком мосту сегодня, да, все. Около 5. Договорились. Все. Спасибо большое, пока, приходите. Страна FM. Спасибо. Пока. Спасибо.